Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про допомогу жінкам, постраждалим від насильства. В нашій студії голова правління благодійної організації «Позитивні жінки» Людмила Коломоєць. Людмила Коломоєць, голова правління благодійної організації «Позитивні жінки». Закінчила Читинський педагогічний інститут. Зараз отримує фах психологині у міжрегіональній академії управління персоналом. Хобі – сноубординг, акторська гра у плейбек-театрі «Магнетон». Улюблена страва – борщ. Людмила, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Нарешті ми з вами зустрілися, оскільки я багато чула про вашу таку велику діяльність на території Дніпра. І ось сьогодні відбувається вже цей ефір. Людмило, ви як голова правління організації «Позитивні жінки», розкажіть одразу саме про цю організацію. Що означає «позитивні жінки»? Це, я так розумію, зовсім не те, що вони задоволені, і ця організація має зовсім інший сенс. Да, «Позитивні жінки» – це організація, яка сопровождает, ну и, собственно, главная цель – это улучшить качество жизни ВИЧ-позитивным женщинам. Поэтому отсюда и слово «позитивный», потому что если бы мы в название там вставили слова «ВИЧ», «СПИД», это было бы, ну, не так позитивно, условно говоря. Вот. Организация имеет давнюю историю. В 2011 году была зарегистрирована первая организация, это национальная. Потом на сегодняшний день у нас есть 24 представительства по всей Украине. То есть в каждом регионе есть своя представительница. То есть вы є головой управления организации, яка саме базується у Дніпрі, регионального представництва, ось цієї великої мережі, так? Да. Людмила, розкажіть, будь ласка, взагалі, як з'явилась ідея от саме створити чи взагалі займатися ось цією тематикою, так, проблем ВІЧ-позитивних жінок? Що цьому передувало? Можливо, якісь свої власні такі дослідження були? Ну, може бути, мабуть, навіть не так дослідження, мабуть, моя лична історія. Вот, меня это коснулось в далекие там 90-е годы, я понимала, не так просто выжить, но в 90-е годы не было там препаратов, сейчас совершенно другая ситуация, сейчас для меня ВИЧ это равно жить. Вот, ну, задача моя, наверное, организации все-таки поддержать женщин, потому что достаточно молодые женщины попадают в эту ситуацию, особенно когда диагностируются во время беременности, во время первой беременности. И сложно пережить это психологически. И моя задача просто помочь этой женщине. Ну, я сейчас перехожу на личности, не я конкретно это делаю, хотя если есть особо там тяжелые случаи, я тоже подключаюсь. А есть социальные работницы, есть консультации равные равному. Чему самые женки? Я так розумію, якщо чоловіки теж можуть звертатися до вашої організації за допомогою, чи ні? Конечно. Ну, смотрите, у нас есть огромная организация, которая занимается конкретно ВИЧ-направлением. Это профилактика, сопровождение. Есть огромная сеть людей, живущих с ВИЧ, которые покрывают эти вопросы. Почему женщины? Потому что в свое время я поняла, вот четко могу сказать, я поняла, что проблема не в ВИЧ-статусе. И когда собирались женские группы, очень часто звучало практически от каждой второй, что есть насилие в семье. И это было даже как-то взаимосвязано, потому что женщине страшно было признаваться о своем статусе, женщине страшно было идти в роды, женщины иногда там заключали браки с отрицательными партнерами, и впоследствии потом это было поводом для, ну, для агрессии, даже для агрессии. Иногда у нас были даже случаи зафиксированы, когда мужчины, которые отрицательны, ну, условно говоря, здоровы, они имели, ну, я даже не знаю, как смелость просто отбирать детей. По одной простой причине они говорили, ты ВИЧ-инфицирована. И в какой-то момент я приняла решение так поступать нельзя, и как-то на группе одна женщина сказала, да, хорошо, мы сейчас сидим здесь на группе, легко говорить, а куда мне пойти? Да, я готова дать отпор. И в этот момент появились деньги, появилась идея, это был 16-й год,
И появилась идея открыть такой приют, шелтер, куда бы можно было забрать эту женщину, временно дать ей какое-то там, ну, условно говоря, место безопасности, проработать какие-то моменты и потом отпустить ее уже как бы в свободное плавание. Вот поэтому возникла эта идея. Но принимали в шелтер не только ВИЧ-позитивных. Мы понимали, что, ну, собственно говоря, ВИЧ-статус, он вообще никак не, ну, никак не, ну, никакой совершенно роли не играет в жизни женщины, если у нее есть более как бы серьезные проблемы. Поэтому, почему ориентировано на женщин? Потому что, во-первых, статистика говорит о том, что ну, больше, очень большой процент женщин. Мужчины иногда обращаются, но их очень-очень мало. Почему? Потому что, ну, опять же, ментальность, социум. Это стыдно, мужчины там не плачут, мужчины не жалуются, что ты за ну, мужчина. Ну, тут все да. эти стереотипы, да, какие да, 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 да. Мужчины обращались и, понятное дело, консультировали мужчин, перенаправляли там к юристам. Абсолютно нормально мы к этим ситуациям относимся. Но, к сожалению, женщин больше. Тобто саме жінок ВІЛ-позитивних дуже часто їх права порушуються, так? И не только со стороны агрессора, и в медицинских учреждениях, в родах, в приеме, даже в какие-то ну, в коммунальные заклады, тоже иногда это может стать какими-то препонами. И даже вот есть, например, когда женщина хочет удочерить, ну, усыновить, либо оформить опеку, либо пойти в наставники, есть к определенным там сбору документов, есть такие додаток 5, в котором четко указано ВИЧ-статус. И, ну, для хоча меня... есть закон про неразглашение, да, да, конечно, конечно. И сейчас мы как бы в этом направлении с юристами работаем, потому что, ну, не каждый человек. У меня были случаи, когда женщины просто отказывались оформлять опеку, то есть эти дети просто автоматом ехали в детские дома по одной простой причине, потому что, например, в опекунском совете вот одну из моих клиенток работает соседка. И это однозначно весь подъезд узнает, понимаете? Ну, мы не сможем просто умолчать эту ситуацию. И женщина не готова была, она сказала, нет, я живу с закрытым статусом, я не готова об этом говорить. Поэтому она просто отказалась, и ребенок уехал. Вот. И задача организации, собственно говоря, каким-то образом защитить права этой женщины. Я так розумію, ви як сказали, що юристи працюють, тобто юристи будуть домагатися зміну в законодавстві да. і зміну в цій формі, саме да. ж, так, да. щоб все ж таки зберігалося ось це да. нерозголошення, да. так, саме да. статусу. Да. Да. Ну от прямо зараз займається Українська Хельсінська спілка, зараз конкретно адвокат подає запроси. Я так думаю, это просто упущение там вверху, я думаю, они уберут эту строку, потому что она абсолютно никакой роли не играет вообще там для этого процесса. Але теж для того, чтобы они прибрали эту строку, саме має бути таке, так би мовити, з громадськості, так? Конечно, но я вам приведу вообще очень такой показательный, позитивный результат, когда вот до какого-то определенного года нельзя было ВИЧ-инфицированным усынавливать и оформлять опеку над детьми. Тобто взагалі была заборона? Да, он был в списке противопоказаний. Ну, время прошло, появились препараты, ВИЧ-инфицированный человек абсолютно безопасен, и поэтому ну, для меня тут очень логично. Если ВИЧ-инфицированный ребенок находится в детском доме, то как неинфицированному человеку ну, взять опеку, либо усыновить этого ребенка, потому что он знает, как обращаться с этим ребенком, он живет точно с такой же как бы, проблемой. Вот, но на сегодня этот вопрос решен, но вот в этом, в медицинской этой справке, вот этот пунктик просто не убрали, механически просто не убрали, вот такие, знаете, вот какие-то коллизии в законе, и они просто иногда людям отравляют жизнь. Ну да, які не дозволяють, в принципі, да, от як да, при, по да, прикладу вашому, да. там, дитину забрати в сім'ю і жити да, з нею. Да. Людмило, тож благодійна організація «Позитивні жінки», вона входить в мережу громадської організації, мережу пані Патронеса. Да. Ми вже неодноразово в цій студії розмовляли взагалі про цю організацію пані Патронеса. Розкажіть, будь ласка, от, в принципі, все ж таки коротко так, про пані Патронеса, що це за організація і яку частину, так би мовити, в ній роботи, в ній займають саме позитивні жінки. Ну, для меня вообще это уникальный вообще опыт, уникальный. Почему? Потому что вот когда я как бы ступала на эту тропу, я была одна в городе, вот одна. И приходилось быть, ну, это я сейчас утрирую, приходилось быть и юристом, и социальным работником,
и человеком, который сопровождает, и там помогает где-то найти какие-то вещи и покрыть какие-то расходы. А вот пані патронеса... Да. Давайте я ремарку дам, таку невеличку, що да. саме ви відкрили перший шелтер на території нашої області. Ну да, 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 по суті это так, и я это, кстати, понимаю, только уже по прошествии там каких-то лет, по факту 16-й год еще не было даже закона о противодействии насилию, то есть не было еще этого закона по защите прав женщин. И тогда как бы ну, рискнули, потому что понимали, что это должно быть. Вот. А потом как бы уже приняли закон и стало работать немножечко легче, но, к сожалению, донорские деньги, они быстро заканчиваются. У меня не получилось получить финансирование, но меня радует, что эта модель, то есть это даже помещение перешло в департамент городской, и они воспользовались этим помещением, и на сегодня этот приют работает вообще шикарно, принимают женщин. Ну, в общем-то, это дело как бы не пропало, просто немножечко другая форма собственности. Тобто все продовжилось. Да, так. Да. Я пам'ятаю, 2 роки тому була ось ця ситуація, да. про яку дуже багато, в принципі, і ви також да, да, говорили. Да, да. Шелтер, який ви відкрили, називався «Нова Я». Да, «Нова і Я». І тоді на якийсь час його закрили, да. але після цього почали з'являтися. Да. Да, да, да. На сегодня, я думаю, потребности города все-таки покрыты. Вот, есть заклад, который принимает женщин с детьми, есть заклад, который принимает женщин без детей, потому что тоже в этой категории... Ну, сами приюты або шелтеры. Да, да, да. Ну, вот как-то приют, знаете, для меня немножко приют как-то немножко с животными связан, поэтому приняли, ну, уже стали говорить шелтер, потому что это всем известно, и донорам европейским это понятно, о чем мы говорим, потому что приют надо все время объяснять. Вот, и на сегодня, вот, я про пани патронессу расскажу. И пани патронесса – это организация, которую организовали 2 женщины, которых я очень сильно уважаю. Это Аня Карпиченкова, которая помогала еще будучи, работая тогда начальником управления полиции. Анна помогала всячески устраивать женщин, там, отстаивать права. Но это мы как бы были по разные стороны немножечко. Ну, не по разные стороны баррикад, а мы были, занимались как бы разной деятельностью. Партнерством занималась, да. на тот потом момент. Все-таки было принято решение, что пора уже открывать какую-то громадскую организацию. Вот Аня основатель этой организации. И было принято решение создать сеть. И в эту сеть войти там 10 организациям, которые занимаются каждое своим делом. Есть юристы, есть психологи. Есть социальное сопровождение, вот конкретно позитивные женки – это социальное сопровождение. Это, ну, к примеру, там, если женщина попадает к диспетчеру, да, если, например… Если женщина телефонует, например, женщина, на горячую линию, звонит, так? Условно говоря, горячую линию, и у этой женщины есть запрос, к примеру, там, поместить ее в место безопасности. Диспетчер кидает это в общий чат, и каждый член команды выбирает свои какие-то моменты. Если, к примеру, там ребенок пострадал от насилия, психолог подключается. Если психолог, там который работает с детьми, Наташа Воловская. Если, к примеру, там есть вопросы юридические, это там один или второй специалист, я уже не буду сейчас фамилии называть. Ко мне часто попадают женщины, которые конкретно имеют ВИЧ-статус. Вот, например, там была история недавно, женщина родила в роддоме и даже хотела отказаться от ребенка по одной простой причине. Ей просто некуда было идти. И у нее тоже в анамнезе было насилие, то есть по факту она выходила на улицу либо к агрессору. И, понятное дело, тут уже подключалась я. Потому что там был статус, там нужно было там и помочь все-таки получить таблетки, и ребенка каким-то образом сопровождать. Ребеночек родился здоровый, все вообще замечательно закончилось. Либо какое-то сопровождение даже на тот же МСЭК женщину сопроводить, или там найти какие-то продукты, либо там экстренно собрать какие-то вещи или какую-то обувь. Ну, в общем-то, включаются все. И в этом... Ну, вот такой вот позитивный результат. Так, от навіть ви той приклад, який привели з жінкою, яка тільки що народила, звісно, вона сама на той момент навряд чи могла б впоратися. Да. Дійсно, ця колаборація громадських організацій, так, і тих спеціалістів, які дійсно допоможуть, скерують, да. і одразу нададуть ось цю можливу допомогу, то це дуже важливо, що є, в принципі, ну, і плюс, знаєте, вже видимость організації, тому що конкретно по цій жінці прямо был звонок из роддома, уже знали, куда обращаться, и нам сказали, тут ваша женщина,
Вот, и я сразу же выехала, это была суббота, я прям в субботу выехала, и вот так вот, ну, такой позитивный результат. Не всегда они, конечно, не всегда они позитивны, но мы опираемся все-таки на позитивный опыт, потому что, ну, таких историй больше. Так, це дуже добре. А скажіть, будь ласка, Людмило, скільки на сьогодні працює саме шелтерів, так, місць, куди, де може жертва насильства перебувати якийсь час? І де вони є? Ну, ну адреса, я, да. я не говорю, що саме адреси, адреса, але, в принципі, на території області, на території Дніпра, які є, існують шелтери, і, як ви зазначали, вже якісь такі категорії. Городских два, но смотрите, вот с городскими какая интересная история. В городские, которые финансируются из городского бюджета, могут попасть женщины, у которых прописка днепровская. Поэтому, ну, как бы немножечко сужен, ну, список, как бы, желающих, ну, не желающих, а женщин, которые нуждаются в этом. Но есть областной. Опять, давайте я не буду называть все-таки названия, потому что это достаточно, да, которые там заключают с ОТГ договора, и если это случилось там на территории ОТГ, то женщину направляют, и ОТГ потом платит. Я сейчас не буду там вдаваться в эти финансовые какие-то там расчеты, я не знаю, но во всяком случае у нас есть такой позитивный опыт. И есть еще два приюта, которые, ну, условно говоря, частные, которые работают на пожертвования. Они принимают без всякой прописки, то есть неважно, какая прописка, откуда женщина попала, даже если у этой женщины были последние деньги, она оказалась в Днепре по одной простой причине, потому что дальше ехать не могла. Эту женщину принимают, быстренько там проходят комиссию, в общем-то такой очень-очень низкий порог, то есть женщина вот с сегодня на сегодня она попадает в это учреждение. Об этом знают полицейские. Мест там, ну, на сегодня, конечно, маловато, хотелось бы больше, но, во всяком случае, они функционируют, они реабилитируют этих женщин, там ведутся какие-то программы, и, ну, на сегодня, во всяком случае, есть эти места, и еще, вот, да, я забыла сказать, что на сегодня еще есть Крызова кімната, куда женщина может попасть в течение там буквально часа. Вот, к примеру, она обратилась, и мы ее не можем поместить в коммунальный заклад, потому что у нее там не пройден анализ. Ну, действительно, в свете последних событий, ковид, туберкулез, это помещение, где живут женщины и дети, и тоже, ну, это небезопасно, потому что нету отдельных каких-то карантинных комнат. Вот эта Крызова кімната, она позволяет пребывать там женщине до 10 дней, пока она не пройдет комиссию, соберет какие-то документы, и потом уже по запросу ее определяют в какой-то там коммунальный заклад. Вот. Зрозуміло, а на скільки місців ця саме кризова кімната? Кризова кімната на одну сім'ю, і жінка там може знаходитися до 10 днів. Ну, вона працює вже кілька місяців, і один раз тільки була ситуація, коли, ну, накладка пішла. Ну, так случилось, що жінку, яка знаходилась, перемістили в інше місце, а жінку, яка обратилась, помістили знову в кризову кімнату. Тобто не було... Ну вот за время существования пани Патронесса не было ни одного отказа вот на обращение, не было. Всегда каким-то образом женщине оказывали услуги. От, до речі, наскільки я бачила саме на сторінці Facebook пани Патронесси, що є така інформація, коли звертаються люди на гарячу лінію пані Патронесси, то є можливість навіть помістити жінку не лише от всі ці зазначені центри і шелтери, а й є якась мережа активістів, волонтерів, які готові допомогти жінкам, які потрапили в таку ситуацію. Да, ну, смотрите, есть же разные ситуации. В конце концов, можно найти какие-то деньги на пару дней, например, в какой-то хостел ее определить. На улице она не останется. Есть волонтеры, которые занимаются автоперевозками, которые можно там с пункта А перевести в пункт Б. В общем-то, людей, которые, ну, вот, не безразличны, их достаточно. И мне вот нравится эта идея. Есть сайт, есть страничка на Фейсбуке, где можно как бы собирать этих людей и как-то регулировать все эти процессы. И дуже добре, що з'явилась саме пані Патронесса, тому що навіть, от знаєте, всі ці організації, які входять в цю велику громадську організацію допомоги жертвам постраждалим від насильства, вони відомі, але от саме пані Патронесса, вона якось так звучить вже до
досить голосно так звучить. Скільки років існує пані патронеса? Ой, я вам так погадав. Трохи більше, напевно, року, так? Більше. Да, більше, тому що от недавно ми відмічали там день рождения, да, немножко більше, но, знаєте, ідея була от создать какой-то бренд, тому що даже когда я разговариваю з поліцейськими, я, якщо називаю там фамилию, ім'я, вообще ні о чому не говорить. А якщо ти говориш, это пані патронеса, уже дуже многие знають і понимають, нужно реагувати, тому що буде много дзвінків. От нещодавно, до речі, в цій студії я спілкувалася теж з експерткою, з якою говорили про те, що важливо третьому сектору, громадським організаціям, варто все ж таки об'єднуватися. Да. Ось ці колаборації, вони стають більш ефективнішими в своїй роботі і більш, напевно, звучнішими, да, так? Да, тут я абсолютно согласна, тому що я вам чесно скажу, коли я начала заниматься этими вопросами, повторюсь, я была одна. И, наверное, результатом стало закрытие шелтера, потому что не было никакой поддержки, и мне было сложно, потому что в какой-то момент я не понимала, кто я. Я человек, который ищет деньги, я человек, который руководит, я человек, который консультирует. Я не понимала вообще, кто я, потому что я делала абсолютно все. И вот это все закончилось тем, что пришлось закрыть, потому что реально уже не было ни сил, ни возможностей. Скажіть, будь ласка, от є гаряча лінія пані патронеси, так? Якщо жінка потрапляє в складне становище і постраждала, наприклад, від насильства, є різні види і психологічне, економічне, і фізичне, так? Що робити? Одразу телефонувати на гарячу лінію пані патронеси? Да. У нас є диспетчер. Она очень высококвалифицированный специалист, она психолог, она может сразу же предоставить кризисное консультирование. И если есть какие-то нерешенные вопросы, она сразу обращается в чат, либо звонит. І по факту рішаються прям такі дуже острі питання. Я можу зазначити цей номер телефону гарячої лінії пані патронеси 099-632-77-01. До речі, я так розумію, є сторінка на Фейсбуці, є сайт, є месенджери, будь-який варіант можна повідомити про те, що сталося і що людині потрібна допомога. І скажіть, будь ласка, я так розумію, як ви сказали, у вас є такий спільний чат, і тоді, наприклад, коли ситуація описується, то вже розуміють, хто за що відповідає, хто чим може допомогти. Да. Я знаю, що також от пані патронеса має таку групу психологічної взаємопідтримки у Дніпрі. Як туди приєднатися? Це для жінок, які пережили або переживають домашнє насильство. Я так розумію, це спільні зустрічі періодичні, онлайн чи офлайн. І були офлайн. Опять же, це все можна через диспетчера. Опять, ми не указуємо теж точний адрес, тому що, мало ли там какой-то агресор захоче там вислідити свою жену, поэтому все это через диспетчера, она говорит адрес, и, пожалуйста, можно приходить. И вот недавно тоже была такая интересная идея, сегодня, кстати, была выставка детских рисунков. Эта работа направлена на детей, которые присутствовали и были вовлечены в домашнее насилие, потому что, к сожалению, у нас дети невидимы. У нас нет четкой статистики, если, к примеру, женщина регистрируется как жертва насилия, то она имеет там одного или двоих или троих детей, которые по факту участвовали, пусть даже они не страдали от физического насилия, но они были вовлечены психологически. Да, это очень-очень серьезно и очень-очень сложно. И с этим я столкнулась тогда, когда руководила шелтером. Пытались тогда работать с детьми, был детский психолог, и там даже... рисунки четко говорили о том, на каком уровне, что переживает ребенок. И это был такой пилотный проект, на 2 месяца рассчитан. Собирали в историческом музее группы для детей и для родителей. Почему? Потому что нельзя разрывать работу отдельно. Нужно работать отдельно, но нужно работать в комплексе. Нужно работать с мамой, нужно работать с ребенком. Потому что если была эффективна, конечно, так? Чтобы был какой-то эффект. И работали с детьми. Вот сегодня итоговая встреча – это выставка этих рисунков, которые там за 2 месяца дети рисовали, что-то там творили, лепили. Вот. Я, к сожалению, не была, но я так думаю, она прошла с успехом. Вот. И со мной делилась психолог, которая вела эти группы. Она была потрясена вообще этим результатом. Это, напевно, Наталья Воловська, да, так? Она тоже была тут в студии. Да, она такая горящая. Да, такой, для меня это высокого уровня специалист. И она реально горящая. Она знает вообще, что с этими детьми делать, потому что... В нашей работе мы соприкасаемся, и есть клиентки, которые там
по прошествии там двух-трех каких-то консультаций у Наташи совершенно меняется какое-то видение, совершенно меняется уровень жизни, отношение к жизни. Ну, для меня Наташа очень такой високого уровня специалист. Ось це, до речі, я зазначу, сьогодні в Національному історичному музеї проводилася така фінальна, я так розумію, зустріч проєкту «Мистецтво зцілення». Це проєкт громадської ініціативи якраз пані патронеси. Да. Ну, ми надіємося, ми його як би не сложимо в коробочку і не положимо. У нього буде життя. Откуда найдутся деньги, я пока не знаю, но я думаю, каким-то образом он будет продолжать жить, потому что, ну, идея хорошая, результаты очень хорошие. От, до речі, якщо по опису цього проєкту зазначити, що поки діти займались творчістю, батьки опановували навички ненасильницької комунікації. Да. От, до речі, хочеться все ж таки ще трошки про ненасильницьку комунікацію. Ось цьому теж варто навчатися, так? Конечно. Або перенавчатися, особливо людям, які мають досвід домашнього насильства, щоб була, так би мовити, інші варіанти поведінки, так? Інші варіанти комунікації. Я вам більше скажу, це касається не тільки тих людей, які у нас, к сожалению, в соціумі, ну, насильственне общення. Везде, начиная с маршруток, заканчивая дома. Мы даже смски, когда пишем, понимаете, мы оформляем их восклицательными знаками с невероятным количеством. Даже никто на это не реагирует. Вот абсолютно даже не понимает, что мы агрессию даже проявляем в написании каких-то смс-ок. А это, извините, это насилие. Поэтому, конечно, ну, этому надо учиться, надо учить детей эмоциональному интеллекту. Ненасильственне общення, це дуже важливо. І дуже добре, що зараз про це йдеться мова, і так, да, і дуже голосно, ну, голосно, так би мовити, я не насильницьки кажу, голосно про це розмовляють, говорять про важливість цього, саме ненасильницька комунікація, побудова мирного діалогу. Да. І, в принципі, якщо навчитись цьому, то дійсно наш світ стане більш комфортнішим для кожного. Я в це вірю. Я, знаєте, я ще давно говорила, еще в 2015 году, я верю в мир без насилия, у меня даже проект был, я реально верю, но мы-то способны вести диалог. Люди розумні, то все в наших руках, віримо в це. Дякую вам, Людмила, що ви сьогодні прийшли до цієї студії, розповіли про важливі такі і власні проекти, і спільні проекти, які працюють на Дніпропетровщині. Спасибо. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!